Всем привет, с вами канал Артмани. Сегодня у нас обзор на вот такой глобаль виланджи, суп по-итальянски. Даже не обратила внимания, что это глобаль. В прошлый раз у нас с вами был сок апельсиновый от них был. Там вкус вообще какой-то непонятный. Есть новинка. Ну, не знаю, посмотрим, что там получится. Состав. Читаем внимательно. Ну, состав там вроде хороший. Там, короче, на 1,5 литра воды. Или бульона, ну и, короче, варить. Вот. Должно получиться вкусно. Сейчас попробуем. Пахнет он обалденно. Там чечевица, помидорка. Так. Вон, чечевицы много достаточно. Помидорки там, что-то еще. И добавляем 1,5 литра воды и варим. Посмотрим, что же у нас с вами получится. Ребенок говорит, вкусно. Здесь помидорка, вон это. А, нет, это не плов, же чечевица там. Не добавляй. Со сметаной, смотрите, прям очень-очень-очень вкусно. Еще и с тостеркой вдобавок, с такой прям вообще обалденно. Очень вкусно, чечевица, все вместе, там прям обалденный супчик и очень быстро. Очень вкусно. С вами был канал Артмани. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.